Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а мы продолжаем играть в игру Just Cause 3. Я уже тут парочку немножко баз зачистил, чтобы нам сразу начинать кампанию, там не заморачиваться. Или нам сейчас придется еще парочку баз все-таки позачищать, если все-таки меня не пропустят кампанию. Ну ладно, сейчас вот мы и посмотрим. Так. Привет! Шелдон вызывает Рико. А, так и знал, что ты уцелел. И что тебе надо? Ты подложил Диравелла изрядную свинью. И теперь Коста Дель Порто может пострадать от его опаленной гордыни. Просто подумал, что вам с твоим другом стоит это учитывать. Спасибо, Шелдон. Марио, ты там? Да, я все слышал. Встретимся за городом. Так. А, ну во. Моя миссия там. Вау-вау-вау-вау-вау, ты куда, ты куда? Я ж думал, то, что ты туда сейчас. Приземлишься-то. Ух. Все, Рика. Давай, начинаем миссию. Ух, мы сейчас повеселимся, я чувствую. Веселая, наверное, миссия у нас будет. Да, хорошо жрет. Столько лет ушло на создание. Ебать, у тебя там мух летает. Можно было ожидать, что мы не удержим Манею. Вновь занять ее не составит труда. Мужик, но ты в дерьме живешь. Лис Электро. Ее нельзя оставлять безнаказанной. Верно? Рико Родригес вернулся, рожденный пламенем, из которого поднялась моя власть. Скоро весь мир узнает, на что я способен. Рико дает мне возможность это показать. Да, дебилы какие-то не уработают. Стимул. Город Коста дель Порто. Сжечь его! А когда он явится, чтобы защитить людишек, убить его друга. Ничего себе. На каждое действие последует решительный ответ. И пылающие угли революции рассыплются в пепел. Так было и так будет всегда. Вот ты гад, а. Использовать танки. Ничего, мы еще с тобой разберемся как-нибудь. Ух, нифига, у нас тут пожарище. Надо скрин сделать. На будущее так. Может, картинка под видео станет. Охренеть. Вот он фашист, а. Фашист. Ладно, сейчас надерем зад. Это все из-за тебя. Вы стреляете, играете в войнушку. Не слушай его. Это мы делаем то, что должны. Дома. У меня не было выбора. Но я не забуду. Танки мои. Давай в город, Марио. Мы их тебе подадим на тарелочке. На тарелочке. Как же еще?
Рико, разберись с танками. Я направляюсь в город. Окей. Чаровелла за это ответит. Ну, давай. Винксьют. А, ну все. Кранты сейчас танк убьют. Дайте-ка мне эту взорвать. Не работает, да? Мужик, я сяду в твой транспорт. Сам откройся. Так, ну-ка сейчас в этот постреляем. Так, отлично. Так, ну и себя надо побахнуть заодно, да? Так, ладно, этому танку уже за жопу по нему видно. Чё, уничтожил я танки. Вау, 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 вау. Рико, у меня неприятности. Прием! Где? Нас окружили солдаты Деравеллу. Где? Нужна ага, все, иду. Лечу, точнее. Вау, 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 вау. Ловите конфету. Прошу подкрепление, прошу подкрепление. Так. Вот урода, да. Ух, бомбят-то как. Махин-то какая. Да, да, вижу. А, не наши. А где остальные? Иди сюда. Отдавни. Тут нельзя оставаться. Я просил повстанцев помочь, но солдат Деравелла слишком много. Не думаю, что кто-то выжил, Рико. И что делать будем? Мы снаружи! Открывай ворота! Выживший! Открывай ворота, Рико! Надо отсюда уходить! Ну, открыл ворота. Эвакуаторы ждут у Сириллы. Погнали! Это все? Уведи отсюда, Марио. Я вас прикрою. Цель уходит. Догоняем! Черт! Подкрепление! Так, ну-ка. Гони! Давай, давай! Дайте-ка мне... базуку мою. Отлично. Ничего не ссыте. С танками разобрались, это самое главное. Так, проблем у нас тут сейчас нет, да? Приготовься! По кому? По машинке? Или по вертушке? Зараза. А, с тобой сделал проще. Даже в третьей части работает, вот угар. Даже в третьей части работает оружие. А, вот я косой. Даже в третьей части. Блин. Зараза. Ты иди сюда. Даже в третьей здесь части работы. Они нас в покое не оставят. Нужно задержать их подкрепление. Прием. Если мы ничего не придумаем, с вертушкой тем более. Танки, Рико. Просто перейди мост. Так, ладно. Опа. Все, машин не проедет там. О! Шантемер! Почти на месте! Гони, гони, они близко! На! Еще! О, чувак! Деравелла нас крепко не любит, Амико! На-ка! Ха-ха-ха! Полетел! Офигенно! Всегда любил так делать! Опа!
Я просто одной рукой вот с ними справляюсь. Почти на месте! Не подпускай их к нам! Вау! Оружием мы займемся, а ты думай о дороге! Окей. Остапе, че ты, туплю? Они повсюду! Ну, сесть транспорт. Быстрей. Пикап Марио сейчас умрет. Рико, где же ты? Я тут. Зараза. Да не сдавайся, Рико. Нельзя сдаваться. Сейчас будет жопа. Отлично, успели доехать. Слава богу. Вау. Ты там? Ты не сказал прием. Прием. Ага. Слушай, я больше не хочу в это играть. В области обнаружен враг. Всем бойцам. Доложить обстановку. Я подумал, что... Ну, что так проваливается-то? Коста дель Порто наша потеря. Мы проиграли, но мы оправимся от удара. И в пещере? На южном берегу Сороса. Здесь скрываются немногие уцелевшие. Дайма тоже здесь. Она хочет с тобой поговорить. Блин, пипец. Покажи мне, куда сматываться-то, а? А! Сейчас городок тут один зачистим. Так, отлично, считай, нет. Может быть, мне тут этого настройка сейчас поковыряться. Графика. Гамма. Сглаживание. Разрешение. Давай тени на низкое поставим. Поехали. Полетел. Эй, вот это тебя приплющило. Отлично. Так, ты меня не видел. Или видел? Короче, пофиг. Я открыл ворот, заезжайте. Зачистку начал. Блин, да сдохните вы. Вас тут слишком много, парни. Поддыхаемые, а? Вообще не поддыхаемые. Отлично, эту зачистили. Неплохо. Вау. Рекламных счетов нет. В этой серии у нас что-то бывает иногда немножко, вообще слегка со звуком подлагивает. С картинкой немножко. Но ничего. В следующей серии у нас так не будет, просто
в этой серии у нас такие вот небольшие проблемки. Офигеть, вот город там еще горит. Горит там еще город. Мы его потеряли. Возвращайтесь по местам. Нанести ущерб. Кому? Нанес ущерб. Так, ладно. Где-то тут... А, во! Нашел. Заткнись. Революция. Отлично, патроны есть. Что у вас там происходит? Ничего. Ответьте немедленно. Ничего у нас там не происходит. Держись крепко. Интересно, кому нанести ущерб? Тебе? Ну ладно. В бой. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Так, да хрен ты подкрепление вызовешь мне тут. Всем постам. Найти мятежника. Проще, принять все необходимые меры. Так я успел. Пришлите подкрепление, или нам конец. Атакована цель. Всем бойцам собраться по координатам. Где мне тут? Немедленно найдите мятежника. Не дайте ему сбежать. А, заправочка. Начинаем поисковую операцию. Как... Найдите цель как можно скорее. Да вы меня нашли уже. Здорово, мужики. Воу, как круто! Внимание всем постам! Ух. Установить контакт с целью. Неплохо. Ой, это ж просто заправочка. Не то я зачистил. Цель покинула область. Не, ну я эту область захватил или нет? Нести ущерб. Стоп, в какой зоне ущерб-то? В этой? Отлично, сейчас поставлю. Шикарно. Это весь ущерб. Все, захватил я область. Так-то. Все. Что нам тут еще осталось? Так, стоп, в какой я зоне был? Я зачистил. Где у меня дальше миссия-то? Это миссия. Освободить еще две провинции, охренеть. Ну го, вот город.
Вот где нам ближе всего? А, установить пункт маршрута к гаражу. Нам гараж нужен, чтобы города зачищать. Три звезды милиции Деравелла сменились в городе Сирилла на гордого революционного быка. Без устали... быка. Бычару. Так, вертолеты. Бейте врага, братья и сестры. Вот этот вот мне вертолетик, пожалуйста. У! Рику, мы не сможем разобрать эту штуку, но мы достанем чертежи, если освободим Вис-Электру. Да успокойся, Вис-Электра. Так. Вот этот город нам надо зачистить. Или стопы. Зачем зачищать город? Это у нас рядом тут где-то целая база была. Да, так и есть. Не будем город. Город не будем пока. Вот на базу на эту полечу. Базу зачистим, офигли. Так, а вот и датчик. Ну что ж, окей. Надо что-нибудь бабахнуть успеть. Так, я успел. Уху, ух ты ж. Так, ну чё мы с... Говнюк. Дай-ка мне эту штучку заломать. Я здесь. У косы-то. Вот кто вас нанимает, а? Косые ребята, вообще косые. А чё я тут стреляю, когда можно так сделать? Всё. Так. Что нам еще надо сделать? Точно. Нам нужен вертолет. Неубиваемая. Козел. Транспорт. Сесть в транспорт. Сели в транспорт. Кого бабахнуть-то надо, а? Я же что-то забыл. Вот здесь бабахнем. Прям будут потихонечку так вот подниматься и бабахать. Все подряд тут. Нет, какой-то, блин, залипание клавиш было. Так, отлично, это готово. Это еще осталось. Радара. Эту еще маханем. Высылаю штурмовой авиаотряд. Вы прилетаете, и я сбиваю. Отлично, тут мне защищать будто больше нечего. Ну давайте сюда летите. Че вы?
меня лучше. Так, ну-ка. Цель скрылась. Приказываю восстановить зрительный контакт. Открылась. Ничего не скрывался. Я тут еще. Красотища. Оху. Просто красота. Я открыл врата. Ребятки. А вы ничто. Не сделали. Что тут еще надо взорвать? Тебя надо взорвать. Ну? Давай. Отличненько. Блин, я-то даже понять не могу, чью взорвать-то остался. Ага. Вот и мой пропуск. Там был мой пропуск. Зараза. Ну-ка, давай еще раз вверх. Так. Так, все. Фух. Давай. Где? Где? Скотина. Блин, офигел, прям впритык, а? Фигачит. Все, мужики, спасибо, то, что мне дали вертолетик. Я им обязательно сейчас воспользуюсь. Где, где? Откуда? Вот зараза, как я тебя не заметил. Иди сюда. Взяла мне вертушку, бабахнула. Как я ее мог не заметить? Вообще не понимаю. Управление воротами. Сейчас с воротами. Я ж ворот как бы это открыл. Что с воротами-то не так? Я ж все сделал. Здорово. Я и так все с воротами сделал. Я могу также и обратно. О, все. Я все сделал как надо. Рик, подкрепление совсем рядом. Путь для них свободен? Ну да, вроде. Я с вашим подкреплением поеду сейчас. О, мужики. Давай-давай-давай, погнали. Всех разносим. Ой, гривни. Пока, братишки. Ух, нифига, я уже тут овладел-то как круто. Всеми делами. Офигенски. Так, отлично, вот еще фиговина. Блин. Подбили. Уроды. Что у нас тут еще? А
Давай, беги. О, мужики. Я прям по лестнике иду, и все, зашибись. У меня, в принципе. А во, что патрон-то тратить? Зашибись. Вау! Взорвалось. Блин, а как я эту не уничтожу? Всю жизнь вроде было пучком. Давай, прям под нее нафигач. Да. Да неужели? Зачистил. Что нам тут еще осталось? Топливную штучку осталось. Так, смотрю внимательно, где что осталось. А, во, нашел. Еще где по бокам так висит. Не пойму. О, господи. Боевая зона, вот целая база еще стоит, только из-за какой-то малюсенькой цистерны, которую я не заметил. Я в шоке просто. Ага, может тут. Ух, я беспредельчик-то, а. Где вы тут сторожите, а, цистерны свои? Нет цистерн. Вот вы говнюки, да. Нет цистерны. А, примерно она где-то у нас тут. Возле этой штучки, да? Ну, хоть показывает, где она примерно. Так, все, хара фигней мается. Рика. Так, уже близко, да? И тут цистерна, которую я не запалил. Либо тут. Тут же. Ага, и тут. Правильно лечу? Офигенно лечу. Тут. Так, отлично. Прямо надо мной где-то. А, так вот она. Ну что ж, пока, мужик. Хм. Было красивенько, признаюсь. Блин, она же сейчас взорвется. Вот я и улетел.
как ты не умер? Вот мы и зачистили новую базу здоровую. Круто. Тут что-то по-любому у нас есть. Ну ладно, дорогие друзья. Ну ладно, давайте послушаем новости. Вновь приветствую вас, сограждане. Вигилатор Сют никому особенно не нравился, правда? Да, нашему несравненному генералу тоже. Потому он его и снес. Ну, большую часть. Зачем нам старое, когда можно построить новое? У нас все будет по высшему разряду. Вива Медичи. Пипец. Отговорки. От бога, нифига, я четко приземлился. Ну ладно, дорогие друзья. С вами был Тутем Паут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите больше комментариев. Всем удачи, всем пока.